Здравствуйте. 2 миллионнан артық сұрау алына, илінің хәр кішісіне қолған темадан башлайлар вакцины ясату. Россияданың дүрттүрі бар, 23 миллион кіші вакцины қодатқан, ясатмағанларыны мәжбүрилерге тиешілер ме? Вакцинация против ковид не является обязательной в общенациональном плане. Вместе с тем, вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей, руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Именно этой нормой закона в 10 субъектах Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий. Из так называемых, повторяю, групп риска. Россияда қабат локдаун болырға мүмкін ме? Для того, чтобы этого не случилось в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан, и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией. Дұрысын айтығыз, сіз прививку ясаттығыз ма? Ник видеосын көрмедік деп қызықсыналар. Я не думаю, что это так уж важно, показать видео. Ну а если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать видео. Я надеюсь, что в большинстве своем граждане страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. Спутник Ви ясатуын аны яхшы кешіруін айта Владимир Путин ғайбетлерге түгіл, білгішлерге шанырға кеңеш ете. Қолықны бір шыған тағын бір сұрау, бәйелер арту, кешір, бәрәңгі хоқлары бананлықыннан да юғары. Бұл неге шулай, дәулет нешік контрольде тұта? Потому что у нас своей продукции не хватило. Завозят, как правило, не из соседнего региона, как правило, из-за границы. Вот из той же Беларуси или из Турции, где потеплее, оттуда везут. И, конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, на сколько это стоит с учетом доставки и так далее. Балалық өйлелерге түләулер үшін ақшалар жетер ме, тұтқарлықлар болмасын деп қызықсыналар. Владимир Путин мұның үшін бейла 46 миллиард сум бөлініп қойылуын білдіре. Бір ойдан мәктепке әзірлік үшін 10 мың сум көшіріле башлай. Мәктепке бейл бармаушы 6 яшіліклерге де. Я считаю, что, и уверен, меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и в семьям, где 6-летние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Газ мәселесі хаман актуаль қола. Тұрбаны үйге қадар сұзу халық үшін бұшылай болса да, әліге аңлашылмаушанлықлар қола бере. Қой бір жерде ол жетекшілерінің дачыларына қадаргіне келіп жеткен. Если на даче мэра есть газ, то значит труба рядом есть. Правильно? Газовая труба где-то рядом. И в соответствии с принятым решением и к вашему участку должна быть подведена, причем бесплатно должна быть подведена газовая труба. Тұрақ-коммуналық қожалық тармағы экология, тышқы лімтелер, қорқынышсыздық әр үлке бойынша мүңілеген сұрау. Түбән қамыда юллардағы теренші құрларының фотосы да көрінді лімте барышында. Проблема ил үшін актуал. У нас сейчас 85% примерно переведено в нормативное состояние. Значит, к 2024 году 50% региональных трасс должно быть приведено в нормативное состояние. Мектеплер тұрақтызу, экология, шуб реформасы да шитте қолмай, қойбіреулер шубликлер яна ойырып жиған қолдықларын да бірге түгелер деп зарлана. В ближайшие годы мы должны запустить мусоросжигающие заводы. Хотя и здесь наверняка есть проблемы. Я знаю, что многие граждане, которые проживают в тех местах, где предполагается строить эти заводы, они тоже, значит, напряжены, и у них тоже возникает много вопросов. Хотя хочу обратить ваше внимание, что ни в одной стране мира просто без утилизации подобным образом обойтись невозможно. А есть просто предметы, которые невозможно уничтожить, кроме как сжиганием. Белгілі, 4 сағат ішінде Владимир Путин борысына да жауап беріп бітіре алмай, әмі бұл мұражағатлар ішке алына. Почему не заставить всех губернаторов проводить прямые линии, как у вас, ежегодно или раз в квартал? Это сняло бы ряд вопросов к президенту. Ну, кстати, главы некоторых регионов уже устраивают такое общение, правда, в основном через социальные сети. Такой опыт был в Москве, Татарстане, в Петербурге и не только. Ну, я думаю, что это никому не помешает, потому что вот такое прямое общение, оно важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства либо региона задать вопросы, но еще важнее то, что происходит, я об этом много раз говорил, происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан.
Норматив базаларына түбек бюджетларын өзгерту керек. Нишек кіне болмасын, сұраулар иқтибарсыз қолмай. Президентның өзінің шыңғашмаған қиялы біленді қызықсыналар. Надо думать о хорошем. И тогда это хорошее материализуется. Гүлнәс Сайфетдинова, Яңа ғасыр каналы. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.